Сегодня у нас на диагностике Audi A5 с 2-литровым бензиновым мотором TFSI. Попробуем зенитом поработать с этим автомобилем. Сходим в диагностику, выбираем Audi, автоматический выбор. Сканер автоматически определяет ВИН-код, модель авто и его год 2014. Все правильно, нажимаем ОК. В меню у нас есть возможность быстрого поиска ошибок. Общее. Двигатель, трансмиссия, шасси, электроника кузова и прочие системы, согласно перечню ВАГа. Сервисные функции у нас выведены отдельно. Нам нужно проверить, в принципе, ошибки по всем системам, поэтому запустим быстрый поиск. Нажимаем ОК. И вот у нас достаточно быстро вышло меню систем. Системы, которые имеют коды ошибок, у нас отмечены восклицательным знаком. Соответственно, можем сейчас это проверить. У нас есть неисправности по двигателю, по АБС, кузовной электронике. Начнем с двигателя. Анализ кодов ошибок. И вот мы видим две ошибки по заслонкам впускного коллектора, по их вихревым заслонкам. Действительно, мы видим на панели приборов, что у нас есть чек загоревшийся. Итак, мы видим ошибки. Сейчас мы их удалять не будем. Оставим клиенту как подтверждение, чтобы дальше уже можно было с чем-то работать диагносту. Можем провести анализ текущих параметров. То есть, поскольку у нас протокол UDS, параметры уже выводятся не группами, а общим списком, что, в принципе, достаточно удобно. Если нам нужны конкретные параметры, мы можем их выбрать и вывести непосредственно на экран те параметры, которые нам нужны. Либо в графическом виде. Либо, допустим, либо в цифровом, либо можем в графическом виде вывести. Мы видим топливные коррекции. Возвращаемся назад. Активационные тесты. Не поддерживаются специальные функции. Здесь стандартное меню для автомобилей ВАГ, базовые установки, управление адаптацией, кодирование и доступ к безопасности. Также информация по ИБУ. Адаптации мы можем выбрать из большого списка функций и запустить их. То есть меню прибора позволяет нам выбирать без кодов, ввода кода для группы, а уже подписаны все системы, и нам не нужно искать в справочниках, в базах данных. То есть мы просто выбираем ту функцию, которая нам нужна, и запускаем ее, что достаточно удобно. Кодирование устроено таким же образом. То есть мы выбираем систему и можем ее сразу закодировать. Итак, мы заходим в блок центрального комфорта, проверим коды ошибок. Проверим коды ошибок. У нас проблема с лючком бензобака, но мы ее решили. Проблема была зимой, немножко подмерз. Поэтому сейчас мы можем уже удалить эти ошибки. Коды удалены. Еще раз проверим. Да, коды не появляются, все в порядке. Также у нас здесь есть
длинная адаптация, активационные тесты, кодирование модуля, длинное кодирование, доступ к безопасности, информация о системе. То есть меню достаточно разнообразное. Давайте попробуем посмотреть, что у нас есть в активационных тестах. То есть мы можем проводить тест центрального замка, разблокировать, заблокировать. То есть мы слышали звук, блокировка произошла. Завершено.